партийный советник Штольман Яков Платонович. Нахожусь здесь при исполнении служебных обязанностей начальника сыскного отделения Затонского уездного управления полиции. Столичная штучка. Со скандалом смею заметить репутацией. Наслышан о ваших методах работы и о вашем характере, да. Отпускайте его. Да как же? Как же? Свидетели показывают. Врут ваши свидетели. С такими руками да кошельки. Его задушили. Но это было сразу понятно. Позвольте узнать, как же вы догадались. Когда его душили, он бился ногами и исцарапал набойками пол. Ежели, господа, у вас затруднения со следствием своим, так вы лучше к Мироновой сходите. Она такие тут дела распутывала. Анна Викторовна. Я знаю, где нож. Орудие убийства. А как вы догадались? Ну так мне жертва показала. Сегодня ночью. Раз, два, три, четыре, пять. Я тебя иду искать. Анна, ты играешь с привидениями в прятки? Угадал. Ведьма. Чисто ведьма. Даром, что из благородных. Невероятная девушка. Ты у нас уже словно в полиции служишь. А вы же знаете, что я для него не авторитет. Что? Это у вас, Дарья Викторовна, а у нас полицейская рутина. Ответьте мне, кто вы? Она хотела, чтобы ее убили. Это вам она сама сообщила? Да. Вы же можете узнать, жива моя женщина или нет. Допрос Григорьева из головы не выходит. Как вам это удается? Я не знаю, как управлять этим. Своенравные духи пошли. В участках их не вызовешь. Я прошу вас, вы берегите себя. Этим маньяком может оказаться кто угодно. Вы так трогательно заботитесь обо мне. Дар ли это вообще? Или проклятие? Раз это дано, значит, не просто так. Чертовщина какая-то. Спиритизм.